Хейо, всем привет, дорогие друзья, здравствуйте. А это первая запись, первый видосик с вебкой. Мучился, настраивал, не знаю, до конца, мне кажется, все равно не настроил. Но оцените, напишите и вообще свое мнение по поводу всего этого. А это демо-версия игры Aloft. Выйдет она, не знаю когда, по-моему, не указано. Это что-то непонятное, вот поэтому решил посмотреть. Здесь есть крафтинг, здесь есть создание чего-то. Тут надо с кем-то биться. И плюс это тут надо еще к тому еще и выживать. Так, в настройках обнаружил. Есть вид от первого лица, а есть от третьего. Давайте посмотрим сначала, наверное, от первого лица. А потом уже посмотрим тогда от третьего. Так, создать персонажа. Скоро станет доступна предыстория, да? Ух, ёб твою мать. Что это нахуй? Форма тела. Так, он какой-то темный. Мы ни хрена не такие. Давайте вот... Ну, не знаю. Даже можно... Ой, уголек какой, ебать. Оставим вот это. Так. А, во, нихуя. Это опузатенький. А, это девочка. Стоп, вот такого. У нас вот такой вот прям будет, да? Окей, включить-выключить одежду. А, я уж испугался, что вообще можно снять все. Так, тело. Ой, тело. Глаза. Цвет глаз. У нас какой глаз? У нас голубые глаза. Ух ты, тут сильно голубые прям глаза. Какой вот такой будет. Фейс. Блять, что-нибудь такое, ну, более-менее что-нибудь, ну, бля, как... Я даже не знаю, как сказать. Хуй с ним, оставим такого. Так, это что такое? Волосы. Есть причесон. О, причесон. Причесон. Ой, я могу... Ух ты, нихуя, прикольно. В жизни, конечно, я бы такого никогда не сделал бы, но в игре, я думаю... В жизни вот, вот такая вот причесон, поход... Немножко... Походит... Не, ну-ка, а это что? Нехуя. Не, давайте вот это вот, мне понравилось, с косичками такой сзади, ух. Заебись. Так, дальше что? Так, подожди. Ну, такой же цвет мы выбрали. Да, одинаково. Только он, по-моему, темнее. Ладно, похуй, не будем придираться. Так, усы и борода. Ну, я думаю, наверное... Наверное, да, так и оставим. В принципе, ничего... Ничего другого я тут... А это какая вообще по дефолту? Я вот просто не вижу ее. Пускай будет, а то сейчас... это. Так, это шрамы. Робин Бобин, блядь. Это нам не надо. У нас есть имя. Опа. Подтверждаем. Сетевая игра. А, все-таки она будет. Просто сейчас пока в разработке. New World. Ну пусть и так и останется. Не будем долго возиться с этим. Так, инициализация островов. В общем, я немного описания почитал. Здесь надо из островов создавать корабли и потом на них плавать. Сейчас посмотрим, что это за продукт такой. Вроде, мне кажется, интересно. Главное, чтобы FPS не подвел. Прогружайся, пожалуйста. Все. Это на нас одет или нам надо одевать? Так, подожди. Снаряжение. А. Вот так мы одеваемся. На F лечь? Что? Куда лечь? А зачем? Исследуй остров, чтобы раскрыть его тайны.
Слушай, здесь, наверное, все-таки надо было не третье лицо, ой, не первое лицо, а третье включать. Ну-ка, а мы сейчас можем поменять это все дело? Параметры, игровой процесс. Во. Так, подожди, у нас же еще поле зрения есть. Так, назад, продолжить. А, во. Сейчас, секундочку. Что-то внутри. Давай вот так сделаем. И звук. Окружающая среда, эффект, музыка. Слишком громко. Эффекты, окружающая среда, интерфейс. Вот так. Так. Вот так. И вот так. Блять, музыка как была, так и осталась. Вы чё? Так, а чё мне делать-то надо? Господи, боже мой. Я могу что-то собирать? Так, исследуйте. Топор мне нужен. А где мне взять топор? О, у нас подкаты есть. Нихуя. Стремительно как. Что это такое? Изучить. Так, мы верстак изучили. Окей. На верстаке, скорее всего, мы сможем как раз-таки и крафтить. То, что нам надо. Это что за хренотень? Собрать. Так, мы можем собирать ветки. А можем камни собирать? Нет, это большой камень. Его надо лупить. Эй. А, надо прям наводиться, точно, я понял. Лечь. Мы в любой момент можем лечь, да? Кайфово. Так, камней я не вижу. Подожди. Инвентарь. Так, стоп. Так, это наши деревья, это наши что? Семи крепкой ели. Вот наш верстак, кстати. Нам нужно 12 бревен, да? Или что это такое? На Б. А, вот у нас верстак. А, мы можем поставить верстак, да? Все, больше нам не надо. Так, что мы на нем можем крафтить? А, это поплавок, как я понимаю. Листья у нас уже есть. Ой-ой-ой, нам нужны бревна. Но нам нужен же топор. Блин. Подожди. Вот это что такое? А. Нам нужен топор. А как нам сделать топор? Топор-то как сделать нам? У нас только какой-то этот. Это мы не можем трогать? Я видел в... Опа, там... Это не ящички? Мы руками не вообще ничего не, да, не трогаем. Так, я понял. Здесь нам надо разбить. А что мы собрать было? А, вот собрать. Так, близко подходить не требуется. Так, ну музяка, в принципе, приятная. Хотя, по-моему, она тише не стала. Ну ладно, оставим тогда ее как есть. Надеюсь, меня слышно нормально. Раз, два, три, пять. Что это такое? Это весло? Это не... Да, смотри, штурвал есть. Весло, правильно. А, останки корабля. Остатки. Или останки, как правильно. Так. Что тут подсвечено такое? Ну ничего нету. Странно. Как-то странновато. Ракушки лежат. А, шифта что, нет, что ли? Так, подожди. Где мой верстак?
Семя витого дуба и крепкой ели у нас есть. Понял. Так, может быть, мы что-то можем изготовить? Блять, как понять-то эту... Подожди. Ничего не понял. Мы кладем камни, у нас это пропадает. Кладем... Вот. Новый рецепт. Ищите рецепт. Блять. А вот это что такое вообще, я не понимаю. Это просто верстак так обозначается. Так, нам надо, значит, искать вот такую хренотень. Это, опа, пойдем туда. Это рецепты, да, значит, получается. Что это такое? Ни хрена не понятно, но... Очень интересно. Только не говорит, что я должен вот туда прыгать. Я туда не прыгну. И он умрет, нахуй. Пойдем, ладно, отсюда. Так, шифта нет, короче. Он бегает сам по себе, по дефолту вот такой. Нам пить есть не нужно? Я вот этого просто параметра вообще не вижу. Грязная вода. А куда ты ее собираешь, друг? У нас есть во что собирать. И у нас еще грязная вода. А листики пропали, да? А, нет, вот они. Так, ладно. Ни хрена не понятно. Почему-то вдали, хотя я ставил... Опа. Летит что-то, висит. Так, здесь мы уже были. Пошли искать. Короче, как я понимаю... А, шифты просто нажал, держать не надо. И он бежит по дефолту. Так, можем хоть что-то здесь найти? Нам нужное. Весло еще. Нам нужен вот такой камень, который... Это, короче... Это от корабля острова. Пойдем вот сюда. А это что такое? Это ничего. Бляха, муха. Подожди. А, это какие-то деревья. Корзины из водорослей. Опа. А, то есть нельзя, да, переложить? А, и она сама переключается, гляди. Где только что вот эта корзина из водорослей? Куда она... А вот что это такое? Применить, разобрать? Я взял на слот. И что я должен с этим делать? Рисовать? Карта есть. И что я нарисовал? А, у меня есть показатель воды, оказывается. А как снять его? Не надо мне, допустим. А, просто. А как? Да все, ой, успокойся. Блять. Чё-то я вообще ничего не могу понять. Изготовьте. Пиздец. Что-то, короче, нам надо изготовить на верстаке. Это понятно, но... Из чего? А где нам найти... Вот это что такое? Чем... Что это такое? Чистая бумага. Бумага... Тонкой обработки, что ли? Изготовленный давным-давно. Может пригодиться при создании. Может, короче, пригодиться при создании. Мне нужен чертеж топора. Где моя вода, кстати? Вот он. Я могу ее как-то переработать на R. Минус грязная вода. А-а-а! Спасибо, я ее выбросил тупо. Блять, молодец. Ладно.
Я думал, он ее может как-то каким-то образом переработает и превратит ее в чистую воду, и мы попьем. И мы попьем. Так, ну я не... Опа, брошенный су... Оу. Факел у нас есть. Факел мы можем поставить пока вот на копеечку. О, и у нас сразу... Нам не надо заморачиваться, просто огонь и все. Замечательно. Бля, я по скринам видел, тут он летал. У него какой-то там как... Крылья какие-то, параплан был, блядь. Еще какая-то хуетень. Ну... Пока ничего нету. Пока мы только тупо... Да, но, видишь, нам нужен топор. Но где его добыть? Точнее, добыть-то я знаю как. Я так понимаю, его надо скрафтить, но... Нам нужен чертеж. О, есть вода. Надеюсь, она чистая. А как попить-то, блядь? Подожди, может ее надо в слот? Нет? А у нас... А, подожди. Нет, она не ставится. Это мы делим, понятно. А, подожди, можешь разделить и одну... А, вот еще. А, мы... Подожди, мы две, что ли, сразу открыли? Одновременно? Как попить-то, ё-моё. Так, подожди, это что такое? Это что за хуйня? Так, прыжки. Здоровье. Импульс. Это не то. Где еда, вода тут? Это еда? А, это готовка. Подожди, это что? Исследование. Развитие. Домашний скот. Зараж... Что? Тут еще можно заразиться. Я не понимаю, у меня вот красная полоска, это мое здоровье, наверное. А не вода вовсе. Так, мы здесь можем наверх как-то забраться? А, ну по идее, должны. Блин, где нам чертеж на топор искать? Здесь, короче, везде... Что это такое? Где описание? А, вот. Гриб. Полезный. Вода. А, это грязная вода. Поэтому я и не могу попить. Я понял вас. Факелом я только подсвечиваю. Так, это что у нас? Светлячки? Так, ну у меня тут кто-то будет нападать или еще что-то? Так, это что такое? Это нихуя. Опа. Понятно. Топор мы, в общем-то, и не могли, да, скрафтить. Давай его сюда, а факел давай на, пока на двоечку. Все, отлично. Подожди, это дом какой-то. Мы что-то здесь можем с этим домом сделать? Вот мне нравится то, что ты когда берешь ресы. Вот. Он перемещает автоматически, переключает тебя на то, ну, куда тебе складывать. Тебе не надо выбирать или в общую кучу скидывать. Так, куда это мы идем? Так, мне топор-то уже, в принципе, и крафтить не надо. А что мне тогда надо крафтить? Это что такое? Пикап, мы разобрали что-то. Здесь у нас это. Нам нужна вода, кстати. Это что такое? Сено. Склад ткани из листьев. Опа, мы тут можно ткань еще делать. Открыть. Ну тут нет ничего. Склад ткани из листьев. Здесь, я так понимаю, мы, наверное... Подожди, может быть, сюда можно... Это что такое? Это же листья?
А, мы сюда... Или мы вообще можем тут хранить все, что... А, только листья. Все, я понял. Пока не будем, потому что я пока не понимаю вообще, что от меня хотят. Следуй... Опа, книжка еще какая-то. Да не камешки ты. Возьми книж... А, взял. А где у нас была вот эта читать? А, не читать, понял. Слушай, ну вроде что-то интересное, но пока непонятное вообще. Так, ладно, понятно. Здесь ресурсы всякие и прочее, прочее, прочее. Мы вроде как... Опа. А это что такое? Замоченная скважина. Ага. И мы где-то вышли. А где мы вышли? А хрен его знает. У нас карты нет никакой, да? Как я найду дорогу? Я вообще не знаю, где я нахожусь. Что это такое? Это же верстак. Его можно раздолбить. Подожди, а как это работает? А, опа, молоток. Каменный молот. Так, его на двоечку, факел на троечку. Лечь спать. Опа, мы просто легли спать, и все, без времени, без всего. Игра сохранена. Вставай, друг. Опа. Что еще у нас тут есть? Это что такое? Это похоже на рюкзак. Не по... А это чистая вода. Это чистая вода. На Е пить. Все, понял. Да, нам надо будет отрабатывать как-то ее. Так, еще какая-то... А, чистая бумага. Так, хорошо. Нам нужен верстак, короче. На Б что-то было на... А, опа, мы можем строить домик. Пошли верстак-то искать свой. Куда мы его поставили? Так, подожди, это что-то мне, по-моему, или нет? О! Опа. Так, так, так. Где-то мы здесь... А, мы вот туда заходили. Откуда мы пришли? Подожди, нет, мы сюда заходили. А потом, значит, вот здесь мы отсюда пришли. Да? Да. Не перелетай, пожалуйста. О, цивилизация. А вон мой верстачок стоит. Так, это у нас фундамент, да, получается? Разместить. Куе повернуть. А, он автоматически это соединяется, да? Или что это? Кая? Только что же было как-то. А, да-да-да-да. Так, ну давай такую небольшую. Бля. А как его. Подожди. Вот, вот так автоматически он поставился. Так, а как мне его убрать? Это что такое? Это хранилище, это дом, верстак, а это избранное, скорее всего. Вот это вот. Нам нужен молоток. А, так это мы строим. Подожди, как разобрать эту? Хуя он такой. Как ее разобрать? Да ёшкина матрёшкина. А чё ты мне показываешь? Ну, я увидел это всё. А, надо пролистать всё это.
Подожди, как его... Мне не надо... Топором, наверное. Нет, блин. Ну, такого же не может... Да куда лечь-то, блядь? Он неровно встал. Такого же не может быть. Вы чё? Ну ладно, хрен с ним. Так, а, нам надо сначала фундамент сделать, да, получается. Берем молоток. Так, теперь стены. Стена с... как это, с окном есть? А тут что, окон нет? Или я не нашел? Так, подожди. Ну, я, в принципе, понял, что здесь... Выбираем стену. И теперь 1, 2, 3. Это типа, короче, этого окна, да? А, 1, 3 просто. Ну, давай так. Я надеюсь, у нас получится. Так, блядь, неудобно, где-то пизда. Так, а сюда нам нужны двери. Это вот это что такое? Это двери же? Подожди, а, их, наверное, потом после того, как мы стены, да, поставим, ставить. Давай попробуем. Ага. Слушай, ну сделано прикольно, мне нравится. Понять бы еще, что тут дальше будет. А, у меня кончилось это, пойдем. А где мой топор? Даже я могу как-то его тут по-другому рубить, да, наверное? Нихуя я сильный. Так, а дальше? Ага, понял. То есть вот это вот... А, тоже можно сразу так его побить. А пенек до конца можно? А, можно пенек вырубить. Понял. Ну, у нас дом кривой немного, ладно. Я не знаю, как просто здесь убирать постройки. Это не дверь? Это же дверь. А почему она сюда никак, никаким образом не ставится? Что за хуйня? Нужно разместить... А, в раме. А, ёптать. Я понял, пардон. Мы опытные выживальщики, блядь, но не знаем нихуя. А где мой молоток? А, открывается он просто, выламываешь нахуй лбом его. Хм. Я вас понял. А почему она не это самое? Так, ладно, это у нас крыша? Подожди, это что такое? Это фундамент? Это деревянный пол. А это что за хуйня? Понятно. А это тут еще ничего нет, да? Ну, все-таки это же, наверное, наша крыша. Ну да. О, нихуя, ты улетела. Прицепись, пожалуйста. Не хватает, ща будет. Так, где мой топор? Ну, ща мы деревьев тут наколошматим. Ух!
Это вот это, наверное, это блок у него, как я понимаю. Так мы бьем, так мы блочим удар чей-то. Короче, можно и так собирать, можно сильным ударом, да, бить. Давай еще вот это вырубим. Собрать? А что я собрал? Да, пардон. Ёб вашу мать, без своими нахуй побрякушками, блядь. Извиняюсь. Я не уравновешен, не обращайте внимания. Так. Ну, хата. Блин, правда, вот у нас она такого это, ну, хуйство. Подожди, а там же, по-моему, крышу еще можно было, да? А, крышу можно сделать. Йоу. А я могу лестницу как-то сделать более... Нет? Ладно, хуй с ним, с этим строительством. 30 минут. Короче, пока непонятно. Никого не встретили. Увидели, как... Что мы можем здесь скрафтить? Допустим, ничего. Ладно, это мы возвращаем. Нам нужен какой-то рецепт. У нас нихуя нет этого рецепта. Есть вот такая. Ничем она не соединяется. Если взять камень, камень только дропается с этим. Все, у нас в принципе больше ничего нету. В общем, здесь надо искать чертежи, как я понимаю. Которые потом тебе откроют возможности делать воду и прочее-прочее. Строить хибарку. Вот. Выживать из островов. Из островов. Каких островов, правда, ни хера не понятно. Создавать какие-то корабли. Кстати, у нас же здесь вот они есть. Да? Останки кораблей. Эй. А, блядь, не могу пройти. Ну вот он. Восстановить я их тоже никак не могу. Может быть, я потом найду рецепт. И из этих рецептов, как бы, схем там, я не знаю, как правильно. Ну, тут рецепт вроде написано был. Изготовьтесь что на верстаке? Блять, тут перевод наполовину сбитый, поэтому что они хотят, непонятно. Но игрушка, в принципе, мне понравилась. Все вот эти механики, немножко неудобно, но все же. Посмотрим, что с ней будет дальше. Закинем ее в желаемое. Вот. И у нас будет видно. Ну а на этом все. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмакайте колокольчик. Ну и напишите, что вы обо всем об этом думаете. И как вам мое фейса. Все, всем пока, увидимся.